На улице 65-летия Победы возле гостиницы «Бомонд» из-за столкновения грузовика с малолитражным хэтчбеком утром понедельника на авторазвязке первого микрорайона произошел автомобильный коллапс. Пробка затянулась от проспекта и с каждой минуты увеличивалась в размерах. Авария произошла, когда водители двигались попутно в сторону улицы Краснореченской. 42-летний автомобилист, сидевший за рулем «Фита», направлялся в магазин автозапчастей. Мужчина ехал по первому ряду почти борт-оборт с самосвалом. Водитель «Шакмана» двигался в Молдавский переулок и занимал второй ряд. Шофер грузовика просто не увидел небольшой автомобиль с высоты своей кабины при перестроении с одной полосы на другую. Самосвал боднул легковую машину правой частью бампера, отчего «Фит» закрутила и выбросила на снежный отвал. При этом он едва не завалился на бок. Автомобилист, который за рулем уже 12 лет, попал в такую переделку впервые. Он говорит, сделать что-либо было невозможно. Монстр навалился на машину, дальше все зависело от случая. Просто вот вытолкнул, и все, машина начала крутиться и вылетел на обочину. Тормозили? Нет, не тормозили. Не успели даже на педаль нажать? Ничего не дал, не успел. 55-летний профессиональный шофер, управлявший грузовиком, признавал свою ошибку. Мужчина говорил, что вообще не видел черный хэтчбек. Виноват я, скорее всего. А вы перестраивались? Да, начал перестраиваться, а он, значит, быстро ехал сильно, туда даже не заметил его. И в мертвой зоне оказался. А, в зеркало не видно было, да? Но. Потому что скорость была маленькая, только со светофора тронулись. Водитель легковой машины травм не получил, пассажиров в салоне не было. Участники столкновения решили оформить аварию с помощью аварийного комиссара. Мужчины составили расширенный европротокол. Достаточно быстро освободить проезжую часть шоферам позволило наличие у обоих действующих полисов ОСАГО. С места происшествия Ульяна Крамаренко, Анастасия Манина и Андрей Алферов.